Посмотрите на этого мужчину. 10 мая 2018 года он пришел под РУВД Астаны, чтобы поддержать задержанных полицией на митинге ДВК. Он бағдарламасы не винает? Зарплаты көтереміз дейді. Мен қарапайым дәрігермін мысалға. Біз дәрігерлерге мен айлығым мысалға 70 мың. Ужас. В интервью радио «Затык» мужчина представился простым врачом. Он горячо высказывается о плачевном состоянии медицины и смело на всю страну призывает поддержать реформы ДВК. Біз Қазақстанның демократиялық таңдауын өзіміз таңдадық. Біз ешкімде қорқып отырған жоқпыз. Егер қолдайтын болса, біз қолдаймыз. ДВК алға! Алға! Впоследствии стало известно, что молодого активиста зовут Дастан Асанулы. Ранее он уже жаловался на неправомерные действия полиции, с ним грубо обращались, толкали, отобрали мобильный телефон. В новом обращении, уже на русском языке и с грустью, Дастан отказывается от убеждений и поддержки ДВК. Как так вышло, что активист так лихо изменил своим идеалам? Ранее я ознакомился с опубликованными облязовым видео на YouTube и поверил сказанным обещаниям. Но я понял, что обещанные зарплаты для преподавателей, врачей и государственных служащих и предлагаемые программы – это все вранье. Невозможно кому-то дать, не забрав. Последствия работы силовиков налицо. Зачитывая опровержение будто с листа, он явно потерял былый пыл и отказался от всего сказанного ранее. Я осознал свою ошибку и вышел из группы чата ДВК-активист ДВК-Юг. По выражению лица видно, что Дастан боится. Ничего не оставалось, как уволиться с прежнего места работы, потому что со мной перестали считаться как коллеги, так и пациенты, которые видели видео с моим участием. Не только за себя. Когда примитивный кнут не пугает, власть соблазняет своих жертв сладким пряником. Новое место работы пришлось искать недолго. 13 августа Управление здравоохранения Акмолинской области назначает Дастана Асанулы главным врачом. Так он стал самым молодым главврачом в области. Остается надеяться, что доктор Хайп получил должность за заслуги перед медициной. Смотрите, как кривое зеркало власти меняет лицо человека. ДВК, алга! Алга! Силовики страхом и подкупом вынудили Дастан отвернуться от своего выбора. И таких людей сегодня тысячи. Нам нужны перемены, чтобы сохранить свои убеждения. Право быть самим собой.